Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, 29 апреля не спешите вкладывать свободные деньги. Во избежание финансовых потерь вам нужно хорошо все продумать. Тельцы, в эту пятницу пора вносить изменения в свою жизнь. Звезды считают, что перемены пойдут вам только на пользу. Близнецам в эту пятницу лучше отказаться от поездок. Вне зависимости от погоды, дорога может показаться вам довольно скользкой. Ракам звезды советуют проявить деловую хватку и практичность. Успех при таких условиях гарантирован. Львы могут потерпеть неудачу в желании получить новую должность. Не расстраивайтесь, просто ваше время еще не пришло. Девы смогут успешно проявить себя в торговле. Вероятно, результатом станет выгодная сделка или просто приятная покупка. Одиноким весам звезды советуют быть во всеоружии. Приятная встреча будет иметь продолжение, только если вы проявите инициативу. Скорпионы, направьте в дело полученные в недавнем прошлом знания. Ситуация сложится так, что вы не пожалеете о потраченном на учебу времени. У влюбленных стрельцов не исключены мелкие разногласия, но они не смогут омрачить ваши отношения. У козерогов этот день пройдет под знаком хорошего настроения. Успехи на службе не дадут повода для расстройств, а это для вас сейчас самое главное. Водолеи, вероятно, не успеют за всеми событиями этого дня. Но стоит ли так переживать? У вас еще будет возможность наверстать упущенное. Рыбам, чтобы испытать вдохновение, просто необходимо ловить на себе восхищенные взгляды. Что же звезды предлагают вам выбраться в свет? На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.